сорт томата киви. Это вот такой необычной окраски зелено-бронзового цвета томаты. Это среднеспелый сорт. Вес плодов достигает от 100 до 150 грамм. Куст в открытом грунте высотой чаще всего 80-90 сантиметров. Если выращивать в теплице, то куст будет повыше, может достигать 1-1,50 м. Сорт требует подвязки к опоре и частичного посынкования. В разрезе томат многокамерный, очень сочный, и мякоть у него изумрудно-зеленого цвета. Идеально подходит для приготовления летних салатов, употребления в свежем виде. Выращивать можно как в открытом грунте этот сорт, так и в теплицах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.